Да, ну вот буквально третье стихотворение, которое я написала. Кстати, активы и пассивы — это тоже просто вот пятерка первых стихов, которые были. Август. Август разорвал пространство. В сердце прорвалась другая жизнь. Рано радоваться, страстно умирать придется, не любить. Опрокинется дождливое осеннее небо с пожелтевшей листвой. В прошлом будут и сугробы снежные с этой серой грубой Москвой. Одиночество невыносимым станет. Имя появилось у него. Ожидание счастья обманет из ничего и выйдет ничего. Разорву тоску, рванусь на волю, на руинах выстрою хоромы, нацеплю картонную корону и забуду про скупую долю.